Друзья, всех приветствую! В прошлом видео я кинул полы, облицевал инсталляцию и стены на уровне инсталляции. В этом же видео поэтапно делаем всю работу. Постараюсь показать все подробности. Плитка у нас 1,20 м на 60 м. И так как плитка тяжелая, мы будем применять вот такие вот ограничители. Их легко вынимать. Крестики же сильно зажимает, и они рвутся. Да и систему зажмет так, что не отобьешь, тоже рвет. Так что лучше всего применить вот эти подковы. Итак, делаем разметку и режем плитку в нужный нам размер. Вот таким вот образом можно подкорректировать. Ну что ж, после того, как все подготовили, приступим к облицовке стен. Разложим стол в 40-ножку, корректируем заусовку черепашкой. Далее просверлим отверстие в углах. И порежем плитку. Ну что ж, подготовили все элементы плит для проема окна. Это у нас верхняя часть, а это нижняя. И сейчас мы облицуем эту стенку.
Ну и как вы поняли, углы сверлили для того, чтобы в углах не лопнула плитка. Ну что ж, дальше, я думаю, можно не комментировать. Всем пока и приятного вам просмотра!